Так, получил посылочку. В посылочке у нас сварочный аппарат должен быть. Достаем. Так, сварочный аппарат. Вот такой вот сварочный аппарат. Сразу приложили такие вот прокладочки. Вот, дальше. Вот в комплекте все у нас. Вот. Здесь вот такое все это дело. Так, давайте открывать, смотреть. Так. Это специальные держатели для аккумуляторов, когда делаешь замену. То есть вот такие штуки. 11-й. Ставишь, хоп, заменил. Ну, короче, в общем, такие вот держатели в комплект положили. Ну, я максимальный комплект этого, правда, собрал. Ссылка будет у него в описании по самому аппарату. Буду пробовать. Кто будет задавать вопросы в комментариях, в описании буду отвечать, естественно. Вот. Так. Открываем. О, тут еще в комплекте 13-14 и 14-13. Ну ладно, окей. А еще 14 мини, ага. Так. Так. Так, этот. Так, положили в комплект. Он легкий, адский вообще просто. Он адский легкий. Он прям очень легкий. Вот. 5 вольт. USB. Type-C. Батарейка вот заряжена. Я так понимаю, подключать. Так. Ну-ка давай глянем, что там еще положили. Зачищать. И этот. Так, окей. Все, отключил. Ну, вопрос в комментариях, ссылка на это будет в описании. Все, всем пока.